мне похуй, я Саски. А, пока не забыл. Это тебе. Ля, это шо? Да куда это засунутый дебил, блядь? Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Ага. Капец, еще это таскать. Мы добавили его в твой список припасов, так что если нужно, пользуйся. А можно сейчас взять один? Ну или два я возьму. Ну пиздец, посмотрите, я обвешан, я уже просто для того, чтобы что-то носить, я уже обвешан жестко. ПХК, лестница, ремонтный спрей, якорный крюк. Это мне все это реально нужно. Пиздос, ну я обвешан, я другой лут не смогу носить. Вы посмотрите, что уже на мне. Так, сейчас я сейчас сделаю все, сейчас. Так, пацаны, ну с таким огромным портфелем реально таскаться, это бред полный. Смотрите, что я сделаю. Общее хранилище, личное хранилище. Значит, экс-граната. Откуда у меня, блядь? А, это оно тут лежит, окей. Якорный крюк, один мне нужен. ПХК, один мне нужен, по-любому. Ремонтных спреев мне не нужно столько. Мы их убираем, правильно? Да. Отправляем. Положите в личное хранилище. Так, я все равно обвешен. Ботинки Бриджес, ботинки Мулов. Ну, пока нормально. Ботинки с собой таскать нормальная тема. На всякий случай. Так. Ну, два ПХК это нормальная тема, одна лестница это нормальная тема. Якорный крюк всегда нужен на всякий случай. Ремонтный спрей может быть понадобится. И вот я уже обвешан по максимуму. Вот так повешу на себя, на руки себе повешу и на бедра, а на спине будет свободно пусть. Все, тогда так. Мост надо построить, да? Ремонтный спрей. Нет, он мне не нужен. Да, блядь, иди нахуй! А, не, это надо. Извините. Ебать, ты чё? Ты чё, блядь? Это мне по заданию? Мне блок питания, а металлы это мне бонус? Это бонус или я это должен дотащить? Как понять, что по миссии, а что не по миссии? Где звездочка, там по миссии, да? Заказ номер 9. А это не по миссии, это я понял. Выбрать. В личное хранилище. Я не знаю, зачем мне металлы, я, если честно, реально не понимаю. Все. Сканирую. Счастливого пути. Стой, Сэм. Похоже, что у тебя нет при себе необходимых для моста материалов. Не забудь забрать все, что мы тебе выделили. Обеззараживание костюма. Вот зачем нужен металл, да? Сканирую. Счастливого пути. Должен быть терминал. Передай через него материал. Кому мне передать? Блять, ёбаный, блять. Пиздец, нагрузил ты меня этими металлами для моста, вонючка. Не смотрите. Я не знаю. Не смотрите.
что вот это за травка? Смотри, травка с элементами башмаков. А зачем я это собираю? Это подошвы? Это растения, на которых растут подошвы, блядь? Чё? Это растения подошвы. Листья сандалии помогут служить временной обувью в экстренных ситуациях. Если у вас есть такие листья, то сможете прикрепить их к ногам. Тут кто-то пописал. Класс. Круто пописал, чётенько. Все, иду дальше своими делами заниматься. Стоять. А что это у меня еще добавилось на спину? Это у меня что-то добавилось, у меня этого не было. Что это? Металлы. Опять металлы, ёпта. Да, блядь, я же их выложил, ёбаный, блядь. За мат извиняюсь. Сука. Ненавижу эти моменты, сука, страшно. Напрягаем очко, парни. Блять. Братик, беги. Thank you.
Блять, я туда посмотрел. У меня дыхалки не хватает. Почему-то у меня не хватает дыхалки. Не хочу туда ходить. Я больше не хочу, мне такого не нравится. Вонючий лес. Фу на тебе, блин. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано. Расслабься, Сэм. Ты выбрался с территории тварей. Во всем этом виноват выход смерти. Появление гейзеров, гибель Америки, во всем. Он изменил мир до неузнаваемости. Людям пришлось бежать, словно крысам с тонущего корабля. Но бежать просто некуда. У такой жизни нет будущего. Если мы хотим выжить, нужно найти что-то еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Массировать. О, спать. Посплю тут прям. Пацаны, посплю сейчас. Лё. Сплю, пацаны.